все равно точно не 160. Ну, во всяком случае, ладно, можно, знаете как, польстить себе, сказать, ну, примерно соточку. Примерно соточку. Килограмм 70. 70? А я 80 килограмм поднял. Ну, хорошо, ладно, вот у нас штанга лежит 70 килограмм. Ты 80 килограмм от груди подтолкнул? Да, в парке Патриот, когда вчера на горке был. О, молодцы. Вот у нас есть 70 килограмм штанги. Еще потом попробуем. Поехали. Разминку. Кто какие упражнения вспоминает, да, с покрышкой. Разные. Для начала разминочные желательно. Вот Иван, наверное, отжимания, да, будет делать? С отталкиванием. Молодец. А кто доведет до вас такого отталкивания, отжимания, чтобы идеально прямо, ну, прям на ноги встать? Я просто упал. Идеально прямо. Нет. Вот где-то взрыв, да, должен быть? Да. Подсказка, знаете как? Сделайте ноги в коленях чуть-чуть. Вот присогните, да, спинку прямо сделайте, попробуйте так оторваться. Чуть-чуть, да, стать? Да, попробуйте. Надо вообще, типа, вот так жопу немножко не ложить, а назад. Так это же не прямо, это не будет прямо. Во, а, нет. Во всяком случае, я видел вот с такой покрышкой, спортсмены крепыши занимаются покрышкой, блин, они тужатся жестче, чем ты, Артем, поднимаю. Вот реально такая же. То есть они там вот так вот. Да некоторые как... специально вот так вот. Я думаю, это гимнастика. Очень, наверное, я думаю, братан, это гимнастика делает волшебные дела, и Иван и Артем, если захотят, если бы как у них у тебя рвение было бы, ну, вернее, в свое время, если бы ты с такой психическим давлением столкнулся бы, которое от меня поначалу испытывал, они бы тоже сейчас поднимали. Сергей, ты поднимаете же, психически я же помогал это качнуться. Там, да. Я говорил, давай, братан, ну-ка делай, ну-ка делай. А Ивана Артема я так и говорю. Там 10 килограмм разница. Ну, это даже не 10 больше. Это больше. Просто сколько ты пережил. 67, это ты пережил 67. Испытание. Если вы, если да. Иван и Артем, если вы скажете, например, Сергей Игнатьевич, давайте типа, тоже вас психически припадите. Вы тоже сможете поднимать. Просто зимой. Вот, Иван с одной рукой, да? Зимой всегда на массе. Вот. Зимой. Оп. Зимой. Давай с одной ногой и так далее. А может ты двумя руками, но одной ногой. А может ты две штанги возьмешь? Да может быть он всех возьмет вообще. Да. Под поясок как раз и по прозанимал. Опа, смотри, так нормально. Че? Просто у нас сегодня опять, блин, три человека собралось. А завтра Рождество. Опять. Я, ну, чтобы понимали, ждут, ждут. И кто до Нового года не получил грамоты и подарки, это все ждет. Но я хочу, чтобы хотя бы этих людей было хотя бы три. Не один Иван, или один Андрюша, или один еще кто-нибудь. А чтобы было несколько человек. Потому что другим будет... Обидно. Скажешь, опять подарили. Серые ноги в коленях согни. Да. Чтоб ты мог приседание лучше сделать. Ставили шину, не вставал бы. На кожле бревна. Вот так на руках стоит. На бревнах. Сейчас, погоди, сейчас все будет. Сейчас все будет. Равновесие. Там такие штуки крутые были. Шпагатик, ну, че, парни, растяжку кто сделает вот отсюда? Сергей Сергеевич, ногу закинь одну на пока. Да, да, Артем, молодцы. С приседом можно и тянуться, и получается и приседание идет на одной ноге, и протягивание. На Рождество завтра куда собираетесь? К родственникам? Куда-то у кого? Знакомый. Молодец. Родился, да, он? Там, да, родился. В 7 ноября. Ой, отставить ноября. Еще не родился пока, завтра будет. Вот, Иван молодец, на мостик, да, пошел? Ну-ка, давай, а в мостике отжаться сможешь? В таком, в хорошем мостике, глубоком прям, да, чтобы высоко. Ну-ка, ну-ка. А я даже не ну, пробуй, в упор в голову сделай сначала, поближе подведи и руками, если чувствуешь, не могешь, прям проси, чтобы помогли.
Но не сдавайтесь, парни. Артем, не отвлекай, пожалуйста. Ты делай упражнение, ей разговаривай. Просто не отвлекайтесь. На прошлой тренировке. 540 тысяч раз? Сделал, да. Че, из мостика кто может? Серый, отжаться сможешь? Сейчас встать чуть не буду. Давай, тяни. Парни, вот задача. Из мостика надо встать хотя бы на руки или один раз. Оп, молодец. Давай, отжимание сколько осилишь? Все, понеслась. Вот повторяем, видите? Могёт. А прям пробуй темечком до пола касаться. Во. Это значит, потом вы сможете отжиматься попозже в стойке на руках. Ну или во всяком случае. Попроще. Как? В простом мостике? Да здесь, конечно, здесь ноги, смотри, как высоко. Че, парни, кто один раз отожмите, пожалуйста? Я отжался. Ты отжался один раз? А цикл росков? Сколько раз? Кто больше всего отожмется вот в мостике? Два, и я два. Сейчас, парни, погодите, я запишу. Кого? Всех. Оп, молодец. Ладно, хорошо, а теперь попробуйте наоборот мостик руками в покрышку, а ногами туда. Вот сколько раз можете так отжаться. Но проводить телом, также вести до головой до пола. Плечо? Да. Так, аккуратно. Серый, давай. Артем, давай, пробуй. Я потянул. Потянул плечо? Да. Блин, парни, а как вы сегодня на турниках сможете, если плечо потянуто? Нет, у меня не потянуто, у меня растяжки не хватит плеч, чтобы вот так делать. А ты просто чуть-чуть приподнимись хотя бы. Оп, молодец. Только пальчики надо на себя выворачивать. Вот, Артем, какая штука. Да. Красавчик. Серый, пробуй. Молодец, Артем. Молодец. Так легче. Серый, ну смотри, что Сергей Сергеевич будет делать. Надо отжаться до пола головой. Да. Поехали, парни. Нет невыполнимых задач для нас. Слава ВДВ. Как это так? Вот, Артем, давай, только не клюнь, смотри покрышку. Молодец, но до пола не коснулся. Серый, ты смотри, что там качаешь, да? Ну-ка. Оттолкнуться сможешь так, чтобы оп, и встал. Давай, Артем, Иван, пробуем. Что такое? Круто? Плечо терпи. Не круто. Как же не круто? Очень круто. Что, сколько? Здесь как раз два, а три. Не, я прям стою. А там было, касался до пола? Ну, сразу было. Теперь, пожалуйста, положите ноги на покрышку. И поехали подъем корпуса. Тянем. Не, Иван, положи прям. Понимаете, как Сергей Сергеевич, бедрами коснись покрышки, да, прям вплотную. И поехали, подъем корпуса. Но я думаю, меньше полтинника, парни, для вашей силы уже не играет значения. Полтишок минимум. Поехали, да, и руками, ручками прям тянитесь вверх к носочкам. Да. Это вы тоже мах корпусом делаете. Старайтесь прижиматься плечами к... Сейчас, секундочку, подожди, пока делай. Плечами старайтесь к коленкам прижиматься. Да, молодец, что взял, сейчас дашь. И не жалко. Я думаю, сам предложил, и не жалко, да? Дышите прям глубже, дышите, легкие очень хорошо будут вентилироваться. Вы потом поймете, когда более глубоко с физиологией будете изучать, столкнетесь, кислород, ваше умение дышать помогает, ну еще выражение такое, да, второе дыхание открылось, вот умение дышать помогает восстанавливать силы. Все, в беге, в науке, в быту,
То есть правильно дышать. Нервы появились. Бах, вздохнул, выдохнул, успокоился. Или наоборот, надо очень быстро взбодриться. Вздохнул, выдохнул, взбодрился. Сделали, теперь подъем ног. Только, пожалуйста, подъем ног, Артем, не фантазируй, давай, делай. Ты и считай, и делай, и размышляй. Подъем ног, стараться выходить прям положение, держимся только на плечах, лопатках. То есть поднимать и таз отрывать, в свечку выходить. Не ударять об покрышку, а выходить вверх, в свечку прям, да. А обратно возвращаться, если обратно будете возвращаться в флажке. То есть, Артем, попробуй не сгибать корпус, а потом ноги. А вот ты вверх поднял, и сейчас полностью, да-да-да, выходи вместе. Да-да-да-да-да-да-да-да, держи, выходи, опускай. Вот это раз, молодец. Иван, понял, да? Ну и так и надо держаться, Артем. Киселев который, так и надо держаться. Ножки подняли вверх, Иван, ножки... И теперь опускай прямой корпус. Прямой корпус, флажок, держи. Не бросать ноги. Держи, и потихонечку опускай. Потихонечку. Вот на каждый такой раз можете делать 5 простых подъемов. То есть посчитайте, сколько вы с 50 раз. Вы 10 раз делаете флажок и 40... Ой, и 40 раз сделаете простой подъем. Поехали. На каждый вот этот подъем делаете 5 простых. Нормальное задание? Сойдет? Или проще надо еще? Куда проще-то уже? Да, 5 простых, потом один высокий, потом опять 5 простых, потом один флажок. Артем Киселев, делай, пожалуйста. Ноги не бросай. Не бросай, Артем, ноги. Не бросай. Какой я? Ну, Киселев, как? Ну, ты же бросаешь, остальные все бесшумно делают, а ты... Ну, зачем ты бьешь так сильно? Не бей, там внизу культуристы занимаются, не пугай их. Пресс будет титановый, даже уже не железобетонный, парни, а это будут как титановые листы. Связки, сухожилия будут что-то с чем-то. Просто вы делаете, дышите и делаете. А если вы еще умудритесь сохранить до 25 лет ваше тело, не повредив его, ну, с дуру не поломав, то потом у вас жизнь будет здоровьем обеспечена. Но до 25 лет надо потерпеть. Всякой ерундой не заниматься, не подвергать супер свой механизм опасности. Можно, да, пробовать наклонять влево и вправо. То есть потом, да, есть такое интересное упражнение, ну как циферблат или часы, или стрелки. На турнике вот висим, это как на полу мы делали, и начинает подниматься там. Ноги можно разводить вот так вот, ну вести две ноги в одну сторону, в другую сторону. А можно поочередно, исполняющий виснет, и, например, там говорим ему 5.45, и он бах, он ногами выставляет это время. Ну, допустим, вот как это будет выглядеть в ногах, да, выставить на циферблате. Вот, здесь нужна и растяжка, да, и статика. Это такая игра. Ну, можно сначала проще говорить час, два часа, три часа, четыре часа, там, полтретьего. Кто уже сколько подошел к полтиннику, на сколько? Доделывайте. До 40 уже кто-то довел? Ну, смотри, теперь делаем последнее оставшееся количество раз, но из верхнего прогиба в свечке мы сохраняем прогиб и выходим на полумостик. То есть медленно опускаем ноги, касаться ступнями надо пола. То есть вот мы в свечку вышли и теперь спину прогибаем и касаемся ступнями, чтобы потом легко было соскок из пола делать. Артем, понял как? Ну-ка давай, Иван, понял?
Давайте, Серый, поехали. Артем, пробуем. Держимся. Поднимаем свечку и теперь прогибом, да, ноги, пятки вниз тяни. Молодец, Серый, держи, держи, прям прогиб сохраняй. Больше спину прогибай. Оп, во, во, молодчик, получилось. И потом ложишься, да. Артем, ну-ка давай, 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 прогиб сохраняй, сохраняй. Оп, только на, ну допустим, надо было на полную ступню. Во. И ножки можешь распрямлять, дальше делать. Вот это действие, потом получится инерция, этот импульс. Бум, выстрелили. Так, пойдем температуру, отдыхайте. Пойдем температуру и занятие. Так, Колчин Иван Дмитриевич, да? Смотрим. Вот Артем в тот раз говорил, ты подумал, что у тебя занятий нет. Да. У тебя 100% осталось еще одно. Вот исходя, вот я просто не могу понять, один или два, или вот это вот, один или два. Ну, даже условно. Походил один, это, допустим, ушла. Это два. В любом случае у тебя осталось один или... А, вот ты еще ходил. Вот Колчин Иван... А, вот, смотри. Колчин Иван Дмитриевич, два занятия осталось, это было 30 числа, и сейчас 100% у тебя есть еще одно, но если сегодня хорошо все проведем, я думаю, по плюс одному в честь Рождества, да, накинуть надо за поведение, за хороший Иван. Смотри, пишу один, да, вот, последний. У тебя все хорошо? Да. Как каникулы? Нормально. Как родные? Хорошо. Всех поздравил? Да. Молодец. Молодец. 36-5, будешь жить долго и счастливо. Следующий. Воркшоп Артем Михайлович. Было 7, да? А, нет, от... нет, да, не 7. Сейчас, погоди, я вижу 7. Потом... Вот еще было 6, да, воркшоп Артем, да, Михайлович. Сейчас... 5. 5. Всегда надо проверять, потому что бывает, можно ошибиться и там прочее, прочее, прочее. Так, ну что, к турникам готовы? Конечно. 36,6 было, молодец. И 36,2, вот прям вот бам, 36. Да, вот миллиметр разницы, представляешь, да, по-другому. Боже, долго и счастливо. Следующий. Все, следующий. Сейчас я что могу сказать? Начинаем этот. Мат, полосу препятствий. Не-не-не-не-не. Зачем? Лесенка. Все правильно. Сколько занятий, помнишь, Киселев Артем Юрьевич? Было одно, то есть... Ну вот 12 батя 11, приносил. Ой, 11, мамка деньги приносила, да? 11. Так, смотри, было 12, только занимался, потом не было, не было. Подсказка, ребята, оденьте, пожалуйста, все перчатки, да. Будет тяжело, специально, чтобы было тяжело, да. А, блин, подсказка, чтобы было тяжело. То есть 11 занятий? Да. Сегодня 11, еще 10 остается, чтобы понимание, да? Да? Правильно? Да, да. Давай температуру. И колонку, да? Да, да, да. Подключим 36,3. Что, везде разная температура. Да, на вот разницу приведешь чуть новее, вот 36,5. О. Кровь течет, вот я проигрываю энергию, кровь течет, энергия вырабатывается. Если колонка. Будешь жить долго и счастливо, как и все парни. Что у нас сегодня? Боевая четверка. Магнезий хорош в этой магнезии, ну Артем. Не, магнезия это наше все. Это нет, наше все это Александр Сергеевич Пушкин. Нет. Пушкин это наше все. У него все. Очень запутанные стихи. Ух, ты что, самое простое. Я памятник создал себе нерукотворный. Задача, парни, сейчас. Первое, да? Чуть-чуть нервы приколем. Задача, что я говорю, перелет. Где бы их поинтереснее? Можно вообще не здесь, да, что-то вообще здесь ничего не было. Думайте, варежки одень. Артем, варежки, перчатки одевай. Вон пакетик лежит. На тебе вот эти, если хочешь.
Маты постелите, можете под всю территорию постелить маты, под всю. Да, и пробуем, перелетаем. Даже сейчас пока лесенку не делаем, просто поперелетаем, попробуем. Лесенку успеем еще. Как? Антимагнезия. Это антимагнезия, на чтобы был очень сильный цепкий хват. Маты прям постелите под полностью, под площадкой, конечно. Раскачиваюсь. Прям два этажа серый, не надо. Попробую раскачаться. Если мне кажется, у меня пальцы один. Не, у меня именно в перчатках так и не шмали. Нет, какое упражнение? Прям мы сейчас постели маты, чтобы никто никуда не полетел. Только до него пришел. Нет, вот четыре у нас, вот, раз, два, три, четыре, это никак. Надо прыгать отовсюду и со всего магазина. На всякий случай давай еще вот сюда. Еще скоро будут эти, реально, варишь, короче. Резом. Чтобы, да, реально, чтобы хват тренировать, короче, чтобы тебе 4 пальца. Так, покрышечка, наверное, уберем. Не, ну что, кто-нибудь... С покрышки без первого качества. Можно будет попробовать, да. Только поближе тогда подожди. Да, что-то далековато я пристрелился. У меня не то, что скользит. У меня пальцы разминаются. Вот. Саша, вот там на 180 впереди. Ой, раскачивается. Пробуй. Спиной делал. И туда. Это у нас посещение. Пробуй, да. Сразу другой. Вот у нас можно смотреть, сколько точек прыгали. Отсюда туда, отсюда сюда. Пробуй сразу. Можно без перчаток? Надо в перчатках, это будет тяжелее и страшнее. У меня просто пальцы разнимают, когда я раскачиваюсь. Да, ясно. Ну что, поэтому и ходи. Такая просто увеличена. Я хочу, чтобы сейчас создались условия неуверенности, чтобы вы ее перебороли. Вот, я чуть не улетел. Давай, нормалек. Ну не уверен я. Парни, я буду, всем таких же условий будет. В одинаковых. Ну смотри, Артем, может быть один наоборот. Парни. Так больнее? Я не держу, что больнее. Если что, штуку вот эту специально сделано, чтобы цепкость была. У меня наоборот скользит. Ну она там пластик, да, но... Что, пробуем разные варианты, пробуем. Мне, кстати, друг попробовал. Откуда, куда? Никита откуда, сюда? Никита попробовал, короче. Давай, давай, давай. Можно наискосок. Можно же наискосок. Вот. Там скользко. Давай, скользко, ну а куда деваться? Сейчас серого получится, ноги махать. Оп! Одной, да, двумя надо лететь, давай. Почему я не зря сегодня про скалолазов? А посмотрите, хорошо, давайте пробуем отмахнуться куда далеко, проверка. О, вот, ну ты ногами встал. В другую сторону. Давай, Артем, просто. Этот турник выше, чем. Видишь, он вверх летит. Я умру. Я сейчас зацеплюсь. Оп! Падаешь, кувырок, тебе тоже такой ерунда. Это хорошо, кувырок, это смотрится хорошо, и это безопасно. Или наоборот, вот. Давай. Вот это. Опа! Есть. Теперь переворот на 180. Или пойдем с переворотом давай. Молодец. Че, куда ты летишь? А? Есть, он полный сделал. Кто следующий? Че давайте, короче, сначала перчатки, там без перчаток на две. Воу! Без перчаток получится быстрее, да, лучше. Я хочу, чтобы вы сейчас, мы перчатки сняли, вы не переживайте. Как, вот когда вот сюда летишь, они правы. Что, Серый сделал, да? Ты чемпион типа того? А я Софи надо сделал, тот турник получше. Да что у тебя? Кстати, у меня не получается. Этот повыше, да. Оп! Ай! Да, тяжело, Артем, сейчас погоди. Ну, Сергей Сергеевич и Иван, у них перчатки покруче. Да, у них пальцы. Пальцы, да. У нас там вообще мега тяжело. Ага.
с первого маха, да, сделал? Ну и хороша идея, ладно. Так, мне проще. Давай, без... Ну, тихо. Ай, нога. Молодец. Да, ну легко тут. Ну все, да, пусть все шеи. А, ножкой? Плечами и... Да, надо ногу под, голову подкинуть к ногам. Есть подготовительное? Конечно, не накатился. Есть подготовительное? Когда... Я подсунулся, я пробовал. Вот это вот действие. Очень больно. А есть еще, могут этот... Цепь да, крутить. Тебя берут так? На! Так, ну что, поехали дальше. Это все лирика. Так, что у нас есть препятствия, да? Вот препятствие. Смотри, 160. Раз! Да-да! Чуть-чуть. Да нет. Давай ставим руку. Давай, пробуйте, раз, опа. Задний. Разный, прям отсюда, пам-пам-пам, пошел. Молодец. Пробуй следующий. Так интереснее. Иван, Артем, попробуйте. Сергей. Не выгнал вот это расстояние. Чуть-чуть. Лететь надо прям. Мастер йоги. Давай. И пошел. Оп. Парни делали. Перескок. Не отсюда, а вот делали вот с этого. Делал. Данил. Сань, нет. Данил не помню, делал Максим. Максим и Серега два ходили. Максим потом здесь еще инструктором был. Делал перелет, потому что это прямо на моих глазах они просили помочь по страховке. Делал перелет, попался вот сюда. Этот был чуть повыше, чуть пониже. Я помню, Данил вот отсюда делал. Ну, на тот турнир. Я делал вот с такого, расстояние вот другое было. Руками размахивался, ногами сюда залетал, но не схватился. Артем упал, да, да. Ничего, все живы. Пробуйте разные варианты. Руки сейчас скрипанем. Варежка будет очень тяжело. Вот, давай, следующий что сделаешь. А у тебя попробуй, да, отскок сделай, перемахни. Молодец. Следующий. Давай, Иван, Артем, Иван, попробуй с покрышкой. Очень тяжело варежку удержать, парни, но потом, когда снимем, вы обалдеете, какая сила появится. Сейчас сначала даем тяжелое. А, успокойся. Иван, давай. Магнезия срывает, у вас руки ушатываются. А я не срываю. Вот покажи руки свои, просто ради прикола. С твоими, с Артемскими, с своими и с Серегой давай сравнивай. Это не руки вообще. У тебя вот магнезия даже в этой. Это не магнезия. Это не магнезия. А у меня, ты знаешь от чего? Я-то саблями кручу. Это врачи, там магнезии вообще нет 100%. Я-то саблями еще кручу. Ничего, это все фигня. А, я с его давай сравним. Просто. Просто у него, зато ни у Ивана, то ни в кольца не будет попадать, разбитый вот здесь не будет. Вообще ты смотри. Это Новый год. Ну это вот он тоже саблями крутит. Кожа новая. Кожа Новый год. Поехали. Просто, Артем, может быть такое, что не будет магнезии. Такое я не буду тренировать. Ну вот видишь, ты себя будешь обламывать, отказываешься от тренировки. Я поэтому не ходил, у меня магнезии нет. Глупо. Вот летишь вверх. Че, кто? Пробуем. Сейчас смотрите, что надо. Вот с высокого. Как вы там крутите, да? Вот с высокого. Перелетите сюда. Уже не слово. Блин, это очень крутое получится. Перелететь. На 540. Либо это назад отмахнуться. Да, точно. Смотрите, кто прыгает сейчас? Давай, любой. Давай. Прыжок, запрыгивание. Делай пойдем с переворотом. Ну, молодец, да, практически схватил, да. Только ты повернулся во внутреннюю сторону. Я что хочу, чтобы сделал. Я прыгнул. Сейчас вот перевернуться вот на эту сторону. Так, ага, надо было с другого. Ну ладно.
И спиной. О! Улетело спиной сюда прыгнуть. Это 180. 5 км. Сюда залетаешь вот так вот. И блядь, маленький удар, да. Это 540 или сколько там? Ну-ка давай. Нет. Спиной. Вот, во, молодец, давай опять. Я не сделал. Давай, следующий. Хочу больше. Нет, там... Ты сразу, да, захотел? Хороший ход. Ну продолжай, Иван, попробуй. Давай еще раз. Пробуй. Сразу хотел с твоей стороны. Ну-ка. Хитро. Раз, молодец. На какую? Выбирай куда, да. Ты не умеешь? Молодец. Теперь давай, пойдем с переворотом, или как перемени с лицом. Молодец. Вот оттолкнуться сможешь вон туда? Оттолкнуться. Оп, молодец. Следующий. Артем. Или кто, парни? Сейчас, Сергей Сергеевич. Раз. Типа вот ты. Махнул за его. Еще раз. Еще раз. Давай. И... Молодец. Давай пойдем с переворотом. И, кстати, да, почти сделал. Почти сделал трубку, схватился. Есть. Подлезай. И тебе надо будет отталкивать. Помнишь, как раз аккуратно штырить. Типа вот ты так делаешь? Оттолкнись хотя бы на одной руке. Да, прям резко оттолкнись. Серый, аккуратно руку левую штырить. А ты откуда знаешь? Давай. Оп! Ну да, допустим. Че сидим, Артем, парни, ты хороший человек. Любое, сейчас с перископом, любое. Давай, отсюда смоешь или туда вообще, да? Молодец, ловко. Да чтоб тебя хватить. Артем, тоже не застаивайся, пойдем, надо попробовать, пока пораспрыгиваемся. Понимаешь, что тяжело, но какие вот варианты, что придумывается? Ага, хорошо, ловко. Давай, пробуй, молодец, давай. Раз, есть. Я же не укачил. Не, я укачил. Молодец, давай, держи, кач, да, серьезный. Выбирай какую план. Оп, молодец, ну, что ты распалился? Так, ты же повис. Вообще, если правильно учиться, ну, Серый, остановись. Чуть, давай, вот в эту сторону. Нет, давай, не в эту сторону, а я в эту. Я здесь не занимаюсь. Ты перелетаешь сюда, я перелетаю туда. Давай, ты мне говорю, ты. Я хочу 6 или 7 месяцев учиться. Поехали. Нет, 2 месяца сколько учиться? 2? А я за 3 дня учился. Ах ты, ё-моё. Следующий. Поехали. Прям пальцами воткнулся. Давай, что, перескок? Ну, хорошо, да, хорошо. Даже мы не просто так далеко. Давай, я следующий. Я просто в конкурсиях там. Ладно. Блин, короче, так запрыгнул. О! Да что ты? Этого не хватает. Главное, когда ты камеру политизируешь. Ну, как на полусогнутый, как бы прыгать. Потому что если не на полусогнутый, просто пальцы. Вот выпрямлю, да, у меня укатывает. Ну хорошо, знаешь, что давайте попробуем? Просто отсюда максимальный прыжок в длину. Кто-нибудь возле стенки встаньте, мат не будем стелить. Давайте. Я думаю, не улететь. Можно, знаешь, как споткнуться. И удариться. Просто дальний прыжок сделаем, смотрим квадратики. Откуда? А с этого турника. Было бы классно, если бы подряд здесь, перелет сюда, и с одного же маха перелет туда. У нас так было. Но пока нет, у нас, а сейчас-то нет. Пока не получается. Ну, без перчаток сможем? Давай, будем, короче. Сейчас попробуем. Уже, там один человек уже улетел. А я упал, мне кажется. Приземлился, нажал. Я отбил. Вот сюда. Вот здесь, да? Давай, на этом квадратике. Следующий.
не, 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 не